Здоровье – залог продуктивной работы. Пройти предварительный медицинский осмотр, медосмотр при приеме на работу и предоставить личную медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе обязаны до устройства на работу работники определенных профессий и все работники до 18 лет. Так работодатель убедится, что ваше состояние здоровья соответствует требованиям должности, на которую вы претендуете. Согласно Трудовому кодексу, пройти медосмотр необходимо, если вы не достигли возраста 18 лет, принимаетесь на работу с вредными или опасными условиями труда, если будущая работа связана с движением транспорта, вы поступаете на работу в организации пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинские организации, детские учреждения, для работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, работы вахтовым методом, если вы профессиональный спортсмен и в случаях, если законом или работодателем такая обязанность установлена. Срок действия медосмотра 1 год, поэтому, если не вышел срок, вы можете просто предъявить медицинское заключение о пройденном ранее медосмотре. Для прохождения предварительного медицинского осмотра работодатель выдаст вам под роспись направление, бумажное или электронное, для обращения за прохождением медосмотра в медицинское учреждение, с которым работодатель заключил договор. Он же оплачивает данную услугу. Если при медосмотре заполняется личная медицинская книжка, убедитесь, что документ оригинальный. Какие врачи должны дать свое заключение при медосмотре при приеме на работу, зависит от профессии специалиста. Для представителей всех профессий обязательно посетить терапевта, нарколога, психиатра, для женщин – гинеколога, для женщин старше 40 лет – маммолог. При этом любой врач вправе назначить дополнительное обследование, если у него возникнут подозрения на наличие заболевания. Осуществляя свою трудовую функцию, вам может потребоваться проходить регулярные профосмотры или даже ежедневные медицинские свидетельства в начале, в конце, а также в течение рабочего дня или смены. Время прохождения указанных медицинских осмотров включается в рабочее время.